Уважаемые коллеги, здравствуйте. На Конгрессе Европейского общества кардиологов представлены новые рекомендации 2021 года по кардиостимуляции и кардиоресинхронизирующей терапии. Сегодня мы с вами разберем основные моменты, касающиеся изменений рекомендаций. Последняя версия была опубликована в 2013 году, прошло достаточно много времени. И я предлагаю немножко классифицировать освещение разделов, и в первую очередь мы будем говорить о изменениях в общих рекомендациях кардиостимуляции, а далее по более специфическим аспектам. Конечно, полностью все изменения в данном довольно большом документе мы не сможем с вами в этом регламенте обсудить, но для узких моментов я буду рекомендовать обращаться к официальному документу. Скорее всего, в ближайшее время он будет переведен на русский язык и опубликован Российским кардиологическим обществом. В подготовке данного документа участвовало достаточно много специалистов, международно признанных. От Российского кардиологического общества были официальные рецензенты данного документа. Это президент общества Евгений Владимирович Шлихто, Александра Олеговна Конради и Сергей Валентинович Попов. Итак, в рекомендации включены новые разделы. Это обследование пациентов с подозрением на или с документированной брадикардией или поражением проводящей системы сердца. И здесь я должен сказать, что именно в формулировке вот этого раздела одно из ключевых такое, моментов приняли представители Российского кардиологического общества, потому что здесь речь идет именно о пациентах, в том числе с подозрением на брадикардию. Итак, в общем обследовании этих пациентов предполагаются следующие аспекты. Классические – это сбор анамнеза, физикальное обследование, электрокардиографическая диагностика и визуализация, в том числе с помощью эхокардиографии. Итак, сформулирован алгоритм обследования при брадикардии, ее наличии или подозрении на нее и подозрении на поражение проводящей системы сердца. Здесь вы видите алгоритм, алгоритмизация в зависимости от того, какой фенотип заболевания фонового или какой из вариантов. Итак, если регистрируется брадикардия или нарушение электрического проведения сердца во время сна, то рекомендуется полисомнография для выявления связи изменений электрокардиографических с нарушениями дыхания во сне. Если же речь идет о ранней манифестации прогрессирующего заболевания проводящей системы сердца или обнаруживается семейный анамнез, то есть подозрение на наследственное заболевание, то рекомендуется генетическое тестирование. Особенно это касается пациентов младше 50 лет. Предлагается панель диагностики канал эпатии, то есть сейчас это уже конкретные мутации прописаны в диагностике в этих рекомендациях. Что касается клинического подозрения на потенциальные причины брадикардии, то здесь рекомендуется выполнение дополнительных лабораторных тестов, дополнение к первоначальному обследованию пациента, это и статус функции щитовидной железы, уровень дигоксина, уровень калия, кальция и pH крови. Если же подозревается наличие рубца миокарда, желудочков или инфильтративная кардиомиопатия, то целесообразно проведение магниторезонансной томографии, в ряде случаев компьютерной томографии, позитронной эмиссионной томографии для выявления специфических заболеваний. Особенно, опять же, упор делается на более молодых пациентов, пациентов младше 60 лет. Что касается пациентов с синкопальными состояниями бифасцикулярной блокады, то здесь сформулированы показания к проведению электрофизиологического исследования. Ну, в частности, при синкопальных состояниях с бифасцикулярной блокадой следует выполнять эндокардиальные ФИ, если причина синкоп остается неизвестной после комплексного неинвазивного обследования или когда необходимо незамедлительное принятие решения по причине значимости состояния.
за исключением эмпирического предпочтения сразу имплантации кардиостимулятора, например, у пожилых или хрупких пациентов. Здесь вы видите это показание 2А класса уровня доказательности Б. Ну и еще один аспект показаний, который имеет более низкий класс, уровень 2Б, то есть может рассматриваться в ряде случаев, это синкопы с синусовой брадикардией. ЭФИ может рассматриваться, если неинвазивное обследование не выявило корреляцию между синкопальным состоянием и брадикардией. Подозрение на возвратные рефлекторные обмороки. То здесь приведены показания к проведению массажа каротидного синуса, в частности, когда исключен стеноз сонных артерий, массаж каротидного синуса рекомендуется при синкопах неизвестного генеза, если подозревается рефлекторный механизм или когда симптомы связаны с давлением или манипуляциями в области шеи. Это первый класс показаний, уровень доказательности Б. Тилт-тест следует проводить у пациентов с подозрением на возвратные рефлекторные синкопальные состояния, 2А класс показаний, уровень Б. Что касается симптомов, возникающих на фоне физической нагрузки и, вероятно, связанных с развитием брадикардии, то здесь сформулированы позиции следующим образом. Нагрузочный тест рекомендуется у пациентов с подозрением на брадикардию во время или сразу же после физической нагрузки. Первый класс показаний, уровень доказательности С. У пациентов с подозреваемой хронотропной недостаточностью нагрузочный тест целесообразно проводить для подтверждения диагноза 2А класс показаний. И у пациентов с внутрижелудочковым нарушением проведения или атриовентрикулярной блокады неизвестного уровня нагрузочный тест может рассматриваться с точки зрения выявления возможного инфранодального уровня нарушения проведений. И здесь уровень, класс показаний 2Б, это значит, что возможен такой подход у некоторых пациентов. Что касается мониторирования для выявления брадикардии, верификации, определения уровня значимости ее, то у пациентов с нечастыми, то есть менее одного раза в месяц эпизодами необъяснимых синкопальных состояний или другими симптомами, вероятно, связанными с брадикардией, в которых обследование не выявило причины, рекомендуется длительное амбулаторное мониторирование с имплантируемым петлевым, то есть подкожным регистратором электрокардиограммы. Первый А класс, уровень показаний. В новых рекомендациях. Амбулаторное электрокардиографическое мониторирование рекомендуется для обследования пациентов с подозреваемой брадикардией для оценки связи нарушения ритма с симптоматикой. Ну и выбор конкретного способа амбулаторного мониторирования, будь то регистрация электрокардиограммы, холтеровское мониторирование, многосуточное мониторирование до 7 дней или имплантация устройства зависит от частоты появления симптомов, возможно, связанных с брадикардией. Какие еще новые позиции в рекомендациях 2021 года? Ну вот в частности, сформулировано следующим образом. Электрокардиостимуляция показана симптомным пациентам с брадитахиформой заболевания синусового узла и синдромом слабости синусового узла ранее, более широко применявшийся термин, для коррекции брадиаритмии и обеспечения возможности фармакологического лечения, если только абляция тахиаритмии не является предпочтительной. Здесь вы видите, делается упор на то, что катетерная абляция субстрата тахиаритмии может быть рассмотрена в первую очередь. Следующая позиция – это электрокардиостимуляция, показана пациентам с предсердной тахиаритмией. В основном речь идет про фибрилляцию предсердий и постоянной или приходящей атриовентрикулярной блокадой третьей степени или высокой степени, вне зависимости от наличия симптомов, их выраженности. У пациентов с заболеванием синусового узла или синдромом слабости синусового узла и двухкамерной электрокардиостимуляции рекомендуется минимизировать ненужную желудочковую стимуляцию с помощью специальных алгоритмов программирования, которые есть в наличии у большинства современных устройств постоянной кардиостимуляции.
Следующие позиции – это стимуляция сердца при брадиаритмии, поражениях проводящей системы сердца. Мы продолжаем. Абляцию фибрилляции предсердий следует рассматривать как стратегию, позволяющую избежать имплантации кардиостимулятора у пациентов с брадикардией, связанной с фибрилляцией предсердий или симптомами посттахикардическими паузами после конверсии фибрилляции предсердий с учетом клинической ситуации. Данные рекомендации перекочевали из рекомендаций по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий, и теперь уже эта позиция обновлена в рекомендациях по кардиостимуляции. Пациентов с брадикардией, брадитахиформой синдрома слабости синусового узла можно рассмотреть возможность программирования предсердной антитахикардической стимуляции. Класс показаний не очень высокий, 2B, но, тем не менее, такой вариант возможно рассматривать у некоторых пациентов. Двухкамерная кардиостимуляция может использоваться для уменьшения рецидивов обмороков у пациентов с клиническими признаками аденозин-чувствительных обмороков. Новая позиция, не очень высокий класс показаний. Опять же, вероятно, применение такого подхода только у некоторых пациентов после специального дообследования. В новых позициях рекомендаций конкретизировано ведение пациентов с тяжелыми непредсказуемыми рецидивирующими рефлекторными обмороками у лиц старше 40 лет. Сюда относятся спонтанные документально подтвержденные симптомные паузы более 3 секунд или бессимптомные паузы длительностью более 6 секунд. Видите, с каждой версией рекомендации вот эти бессимптомные паузы, считающиеся значимыми, все время увеличиваются в их длительности. Но вот в новой редакции рекомендации это паузы более 6 секунд, если они бессимптомны. В результате остановки синусового узла или эпизодической транзиторной атриовентрикулярной блокады, в том числе, между прочим, на фоне фибрилляции предсердий. Ну вот в такой ситуации предлагается сразу имплантация кардиостимулятора в ряде случаев или дообследование пациента, в том числе с аденозиновым тестом. В нашей стране возможно применение аденозин-трифосфата или тилт-теста. И в ряде положительных тестов этих обследований тоже целесообразна имплантация кардиостимулятора. Что касается кардиосинхронизирующей терапии, здесь тоже есть новые позиции, в частности, пациентам, которые являются кандидатами для кардиовертера и дефибриллятора, и у них есть показания к CRT, рекомендуется имплантация кардиосинхронизирующего устройства с функцией дефибриллятора. Кажется, не очень новая позиция, но давайте смотреть дальше. Здесь вот о чем идет речь. Пациентам, которые являются кандидатами на CRT, имплантация устройства с функцией дефибриллятора должна рассматриваться после индивидуальной оценки риска и совместного принятия решений. Обратите внимание, совместного с пациентом принятия решений. Здесь пациент, как в большинстве новых рекомендаций Европейского кардиологического общества, выходит на одну из лидирующих позиций в отношении принятия решений имплантации устройства с функцией дефибриллятора. У пациентов с симптомной фибрилляцией предсердий и неконтролируемой частотой сокращений сердца, которые являются кандидатами на абляцию атриовентрикулярного соединения, вне зависимости от ширины комплекса КРС, будь то узкий или широкий, в том случае, если имеется умеренно сниженная фракция выброса левого желудочка, то есть от 35 до 50%, следует рассмотреть возможность использования CRT, а не стандартной стимуляции правого желудочка, в том числе верхушки правого желудочка. Таким образом, вы видите, что обсуждение с пациентом и принятие совместного решения является одним из ключевых звеньев в области показаний класса 2А, и это существенное изменение во всех европейских рекомендациях в настоящее время. Также есть изменения по рекомендациям с проведением
создание атриовентрикулярной блокады с имплантацией кардиостимуляторов. И вот, в частности, два А-класс показаний у пациентов с симптомной фибрилляцией предсердий, неконтролируемой частотой ритма, которые являются кандидатами на абляцию атриовентрикулярного соединения вне зависимости от базовой ширины спонтанных комплексов КРС, следует рассмотреть возможность стимуляции правого желудочка в том случае, если у них базово, исходно, сохранная фракция выброса левого желудочка, несмотря на возможное наличие сердечной недостаточности. 2Б класс показаний у пациентов с симптомной фибрилляцией предсердий, неконтролируемой частотой, которые являются кандидатами на абляцию атриовентрикулярного соединения, можно рассмотреть возможность применения кардиосинхронизирующего устройства при наличии сохранной фракции выброса левого желудочка и сердечной недостаточности. Вот такие интересные позиции. Ну и совсем новые позиции в рекомендациях, это касающиеся стимуляции проводящей системы сердца, конкретно стимуляции пучка ГИСа, это новый возрожденный подход к постоянной кардиостимуляции. Здесь мы видим первый класс показаний, уровень доказательности С. Пациентам, которым планируется имплантация электрокардиостимулятора с электродом в пучке ГИСа, рекомендуется программирование устройства с учетом специфических требований, предъявляемых к постоянной стимуляции проводящей системы. У кандидатов на кардиосинхронизирующую терапию, у которых неуспешно была имплантация левожелудочного электрода через коронарный синус, стимуляция пучка ГЕСа следует рассматривать как вариант лечения наряду с другими методами, такими как хирургическая эпикардиальная имплантация левожелудочного электрода. Класс показаний 2А, уровень доказательности В. И следующий момент. У пациентов со стимуляцией пучка ГИСа следует рассматривать имплантацию запасного страховочного правого желудочного электрода в некоторых конкретных ситуациях. Например, это ИКС-зависимый пациент, пациент с высокой степенью атриовентрикулярной блокады, инфранатальной блокадой, с высоким порогом стимуляции пучка ГИСа или запланированной абляцией атриовентрикулярной соединения. Или для дополнительного сенсинга в том случае, когда есть детекция с сенсинга электрода в пучке ГИСа. Ну и следующие позиции имеют уровень и класс, класс показаний 2Б, С. Это стимуляция пучка ГИСа с резервным правожелудочным электродом может быть рассмотрена у пациентов, которым показана стратегия кардиостимуляции и абляции, то есть абляция воссоединения, имплантация стимулятора. При высокой частоте ритма на фоне фибрилляции предсердий или другой предсердной тахиаритмии, особенно при исходно-базовом узком комплексе КРС. Стимуляцию пучка ГИСа можно рассматривать как альтернативу правожелудочной стимуляции у пациентов с атриовентрикулярной блокадой и фракцией выброса левого желудочка более 40%, у которых ожидается процент стимуляции правого желудочка более 20. Ну и вот отдельно следует сказать, что на данном этапе в 2021 году не предполагается рекомендаций по стимуляции левой ножки пучка ГИСа. Мы уже знаем из результатов современных исследований, что стимуляция этой зоны может быть даже более предпочтительна, чем стимуляция пучка ГИСа. Однако на момент подготовки данных рекомендаций не было достаточной доказательной базы для формулирования определенных позиций. Так что рабочий комитет рекомендаций ожидает в ближайшее время обновления данного документа именно в отношении стимуляции левой ножки пучка ГИСа. Также добавлены новые позиции и рекомендации, касающиеся беспроводной кардиостимуляции, то есть стимуляторов без трансвенозных электродов. В том числе есть изменение класса и уровня показаний в ряде случаев по кардиосинхронизирующей терапии. Я не буду на них подробно останавливаться, их достаточно много. Сформулирован алгоритм подхода к тем пациентам, которым показана абляция атриовентрикулярного соединения из-за симптомной фибрилляции предсердий с плохо контролируемой частотой сердечных сокращений, конечно, в тех случаях, когда нецелесообразно или уже неэффективна катетерная абляция самой фибрилляции предсердий.
Также есть ряд показаний новых и измененных уровней доказательности класса показаний при так называемых особенных ситуациях. Это касается острого инфаркта миокарда, это пациентов после кардиохирургических вмешательств и транскатетерной имплантации артального клапана. Ну вот в частности, после инфаркта миокарда вы видите сокращение периода наблюдения при развитии вентрикулярной блокады до 5 дней перед решением об имплантации кардиостимулятора. Ну и также касается это кардиохирургических вмешательств. Здесь тоже сокращение периода ожидания при развитии антривентрикулярной блокады до 5 дней против 7 дней в предыдущих показаниях 2013 года. Также конкретизация сроков наблюдения до решения имплантации кардиостимуляторов при развитии синдрома слабости синусового узла после кардиохирургических операций. Ну и конкретизированы показания к методу имплантации желудочкового электрода у пациентов с протезом трикуспидального клапана. Ну, в частности, у пациентов, которым требуется желудочковая кардиостимуляция после имплантации биологического трикуспидального клапана или восстановления кольца трикуспидального клапана, следует рассмотреть возможность трансвенозной имплантации левого желудочкового электрода через коронарный синус или минимально инвазивную имплантацию эпикардиального желудочкового электрода. И все это предлагается вместо трансвенозного трансклапанного доступа для имплантации правого желудочкового электрода. Вот такое новое показание, 2А класс, уровень доказательности С. И еще одна позиция, это третий класс показаний, то есть не рекомендовано у пациентов с показаниями электрокардиостимуляции с механическим протезом трикуспидального клапана имплантация трансклапанного правого желудочкового электрода. Приведены алгоритмы ведения пациентов с нарушениями электрического проведения внутрижелудочкового и нарушениями атриовентрикулярного проведения после транскатетерной имплантации артального клапана. Схема достаточно понятная. Также предложены и отдельно освещены предикторы развития постоянной блокады левой ножки и атриовентрикулярной блокады после имплантации трансклапанных протезов. Также конкретизированы расширенные другие специфические состояния у пациентов с показаниями кардиостимуляции. Это лица с врожденными пороками сердца, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией. Обновлены рекомендации по кардиостимуляции при некоторых редких заболеваниях, в том числе нейромышечных, при мутациях ламина, синдром Кирнса-Сейра и других состояниях. При беременности и саркоидозе. Ну, в частности, при саркоидозе снижен порог решения имплантации дефибриллятора вместо электрокардиостимулятора. Ну, подробности в полнотекстовом документе рекомендаций. Также сформулированы новые концепции и разделы в новых рекомендациях, которые сегодня я не успеваю вам более подробно рассказать. Это новый раздел по имплантации и предоперационному ведению пациентов, включая антикоагулянтную терапию. Существенно расширен раздел, касающийся осложнений имплантации устройств и пациентов с имплантированным устройством. Новый раздел по различным аспектам ведения, включая магниторезонансную томографию, радиотерапию, временную кардиостимуляцию, переоперационное ведение у пациентов с несердечной хирургией, рекомендации по участию в спортивных мероприятиях и наблюдению имплантированных устройств, а также раздел, посвященный пациент-ориентированному подходу в ведении. Итак, новое, да, существенно новое в рекомендациях по электрокардиостимуляции в 2021 году – это обследование пациентов с брадикардией и подозрением на брадикардию, нарушением внутрижелудочкового проведения, новые позиции и рекомендации по общей кардиостимуляции, новые рекомендации по кардиоресинхронизирующей терапии при аблации атриовентрикулярного соединения, новые рекомендации по стимуляции проводящей системы сердца, на данном этапе только стимуляции пучка ГИСа, но мы ждем обновлений, касающихся постоянной стимуляции левой ножки пучка ГИСа.
И также новые классы и уровни показаний по кардиосинхронизирующей терапии и при особенных показаниях. Ну и отдельный фокус данного документа на безопасности имплантации и ведения пациентов с сердечными имплантируемыми устройствами. Большое спасибо за ваше внимание. Дорогие коллеги, добрый день. Я снова приветствую вас со страниц Европейского конгресса кардиологов. И сегодня, буквально час назад, закончилось совершенно потрясающее мероприятие, которое относится к сессии Meet the Expert. И я хочу его прокомментировать. Оно касалось, это была сессия не предварительно записанная, а буквально вживую. Эксперты обсуждали вопрос, как лечить больных, у которых есть сочетание артериальной гипертензии и фибрилляции предсердий. Ну, наверное, актуальность этой проблемы трудно переоценить, потому что эти состояния часто сочетаются, и это реальная эпидемия 21 века, поскольку и артериальная гипертензия ответственна примерно за 35% ишемических инсультов, которые происходят, и фибрилляция предсердий – это факторы риска номер один. Если она присутствует, то риск инсульта повышается очень существенно. И, конечно же, на симпозиуме обсуждались вопросы определенных лекарственных взаимодействий, взаимодействия рисков, рисков ишемического инсульта, геморрагического инсульта, применения антикоагулянтов при этой патологии, поскольку артериальная гипертензия является одним из факторов риска в шкалах определения риска инсульта, а также существуют некоторые лекарственные взаимодействия, которые могут, и лекарственные эффекты, которые могут активировать симпатическую нервную систему, возможно, приводить к увеличению риска фибрилляции сердце и так далее. Интересно было бы услышать на этом симпозиуме ответ на вопрос о профилактическом действии так называемой апстрим-терапии, то есть о преимуществах ингибиторов ЭПФ и блокаторов рецепторов к ангиотензину 2 для профилактики фибрилляции предсердий. Этот вопрос на симпозиуме ставился, но в связи с лимитом времени мы так и не получили на него ответа, согласно мнению экспертов, которые на нем выступали. Поэтому, как эксперт от Российского кардиологического общества, хочу вам сказать, что этот вопрос до сих пор является спорным, он не решен данными доказательной медицины, и априори мы, наверное, должны полагать, что блокада ренин-ангиотензиновой системы полезна для пациентов, хотя бы в связи с тем, что она уменьшает выраженность гипертрофии левого желудочка. В основном весь симпозиум строился на основании алгоритма, который был предложен рекомендациями Европейского общества кардиологов 2020 года по фибрилляции предсердий. Это так называемый ABCD-алгоритм, в котором главное место уделяется в этом сочетании антикоагуляции и профилактики инсульта, контролю симптомов, естественно, со стороны фибрилляции предсердий, и также лечению сопутствующих состояний, среди которых достаточно много новых обсуждается. Очень интересные данные были представлены, касающиеся того, что антигипертензивная терапия в любом случае при наличии фибрилляции предсердий профилактирует осложнения. И здесь представлен анализ 22 трайлов и 188 500 пациентов, которые показали, что снижение артериального давления улучшает прогноз больного с фибрилляцией предсердий. Конечно, это является бесспорным. Очень коротко о рекомендациях. Если мы посмотрим на рекомендации Европейского общества кардиологов 2018 года, по артериальной гипертонии, то, конечно, скрининг при наличии фибрилляции предсердий на гипертонию обязательно должен проводиться. Бета-адреноблокаторы и недигидропиридин-антагонисты кальция для контроля ритма используются преимущественно. Необходимо осуществлять профилактику инсульта и, соответственно, руководствоваться шкалами рисков, которые нам хорошо известны, там ЧАЦ-2, ВАСК, СКОР и так далее. Ну и также нужно обратить внимание на то, что антикоагулянты следует избегать при очень высоком уровне систолического артериального давления и стараться первоначально достичь снижения уровня артериального давления до целевого и затем обеспечивать антикоагуляцию. Соответственно, в рекомендациях 2020 года по фибрилляции предсердий та же самая рекомендация в отношении оппортунистического скрининга по фибрилляции предсердий у больных с гипертонией введена, и это новое 2020 года, ну и также зафиксирована необходимость внимание к контролю артериального давления, и чтобы снизить риски, собственно, повторных эпизодов фибрилляции предсердий, а также риски кровотечений и инсультов.
На симпозиуме также отмечалось, что, несмотря на то, что все так боятся геморрагических инсультов, большинство больных с артериальной гипертензией развивает именно ишемические инсульты, и именно его профилактике надо уделять внимание. В рекомендациях нет конкретных указаний по применению конкретных препаратов для профилактики фибрилляции предсердий. Бета, как я уже сказала, бета-адреноблокаторы и нидегидропиридиновые антагонисты кальция используются для контроля ритма. Из новых направлений, что сегодня прозвучало, это эффект лечения синдрома обструктивного апноэ во сне, это роль отказа от алкоголя и лечения ожирения, и обсуждалась возможная связь двух этих факторов с активацией симпатической нервной системы, и завершился симпозиум обсуждением вопроса пользы для риска деменции. Было отмечено, что, несмотря на кажущуюся очевидность вопроса, до сих пор недостаточно доказана польза от снижения артериального давления и риска развития когнитивных расстройств, и, конечно же, эти два состояния увеличивают риск деменции и могут каким-то образом сказаться на общем прогнозе в отношении когнитивных способностей наших пациентов. К сожалению, конгресс сегодня заканчивается, последний день конгресса, но в течение до 14 сентября, если я не ошибаюсь, наши комментарии будут доступны на сайте. Глубокоуважаемые члены Российского кардиологического общества, вся русскоязычная общественность, мы с большим удовольствием от имени Российского кардиологического общества по любезному партнерству с Европейским кардиологическим обществом вашему вниманию предлагаем наши комментарии. Спасибо большое за внимание. Добрый день, дорогие коллеги. Я с радостью хочу представить вам интереснейшее, на мой взгляд, исследование, которое было вчера доложено в Европейском конгрессе кардиологов. Исследование, которое поставило цели изучить влияние вакцинации от гриппа у пациентов с инфарктом миокарда, чрезвычайно важное в текущей ситуации, исследование АЯМИ, которое было доложено профессором Оле Лобертом. Исследование было поддержано Санофи Пастер, и, конечно же, оно имеет очень большие перспективы, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что грипп и сердечно-сосудистые заболевания – это очень часто встречающиеся болезни, которые приводят к очень частой госпитализации, они утяжеляют друг друга, и, соответственно, вирус гриппа влияет неблагоприятно на сердце, про атеросклероз в среде кардиологов говорить необходимости нет, и очень часто это сопровождается, я имею в виду одновременное сочетание гриппа и атеросклероза приводит к развитию острых состояний, инфарктов миокарда у наших пациентов, ну и к неблагоприятным исходам. Было проведено не так много серьезных исследований, они в основном были обсервационные, было всего лишь несколько рандомизированных небольших исследований. На момент выхода протокола данного исследования АЯМИ вакцинация имела класс доказанности 2, уровень Б. На сегодняшний момент времени это класс 1, уровень Б в европейских и американских рекомендациях по вторичной профилактике. Но в рекомендациях, да и в нашей жизни мы этим вопросом интересовались, не определено время проведения вакцинации, потому что всегда в вкладышах к вакцине можно найти, что острое состояние является противопоказанием для проведения вакцинации. Итак, вот как раз данное исследование, оно бы поставило задачу определить клинические исходы у пациентов с недавним инфарктом миокарда или в дальнейшем была небольшая когорта добавлена пациентов высокого риска с коронарной анатомией. Исследование было разработано самими авторами, исследователями, оно было многоцентровым. 8 стран приняло участие, 4 сезона гриппа охватывалось в периоде с 16 по 20 год. Цель была поставлена 4400 пациентов. Это огромное количество пациентов. Таких исследований с вакцинацией пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не проводилось ранее. И, соответственно, вот вакцинацию пациенты получали во время госпитализации в течение 72 часов от момента госпитализации либо от момента проведения чрезкожного коронарного вмешательства. Критерии включения
подъем сегмента, без подъема сегмента СТ. Повторюсь, небольшая группа пациентов стабильных была. Обязательно было выполнение коронарографии и ЧКВ, за исключением Бангладеш. Возраст пациентов. Ну, больше нас интересует, конечно же, критерий исключения. Это уже проведенная вакцинация ранее у пациента. Это намерение ее провести, когда сам пациент решал, что он это будет делать не в стационаре. Это показания для вакцинации от гриппа, аллергии на яичный белок, либо предшествующие аллергические реакции на вакцину от гриппа, фибрильное состояние, какие-то текущие инфекции, эндогенные и трогенные иммуносупрессии и невозможность дать информационное согласие, возраст моложе 18 лет и предшествующая рандомизация в данное исследование. Итак, конечной точкой, первичной конечной точкой была смерть от всех причин, инфаркт миокарда или тромбоз стента в течение 12 месяцев, планируется 12 месяцев наблюдения. Вторичной конечной точки это уже были отдельные позиции, смерть от тех причин, сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда и тромбоз стента. Ну и, к сожалению, в связи с пандемией исследование пришлось прервать. 4400 пациентов не удалось набрать. Исследователи набрали 2771 пациент, что составило 58 от запланированной цифры. Вот так выглядит флоучарт. Соответственно, исходно было скринировано больше 6500 пациентов. Из них 2500 на момент прекращения были рандомизированы. 1290 и 1281, соответственно, в группу вакцинации и в группу плацебо. Повторюсь, соответственно, фоллоуап наблюдение длительное 12 месяцев, которое отслеживал хорошо у пациентов. Надо сказать, что пациенты были достаточно молоды, посмотрите, это всего 60 лет, 80% были мужчины, соответственно, больше половины – это подъем сегмента СТ, 45% – это пациенты с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ, ну и небольшое количество, по 0,5% пациентов, которые имели стабильное течение без хронический коронарный синдром. Сахарный диабет, каждый пятый пациент, в дальнейшем вот никаких по остальным позициям, никаких серьезных различий между группами не было. Что было получено? Было получено, что по комбинированной точке смерть от всех причин, инфаркт миокарда и тромбоз стента через 12 месяцев, вы видите, что кривые разошлись серьезно, достоверно. На 28% снижение риска развития вот этих неблагоприятных событий. И что самое интересное, существенное снижение общей смертности, сердечно-сосудистой смертности, соответственно, на 41% и там, и недостоверное снижение, недостоверная динамика в отношении развития инфаркта миокарда, риска развития инфаркта миокарда у пациентов. Если посмотреть на все конечные точки целиком, то сыграла действительно только первичная конечная точка, комбинированная, и смерть от всех причин, и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. По всем остальным позициям никаких различий между группами не было обнаружено. Ну и, соответственно, если посмотреть специфические группы, которые были, то вы видите, что тенденция, в общем-то, одинаковая. Единственное, только можно посмотреть вот различные сезоны гриппа, как была реакция у пациентов. Ну, здесь небольшой набор пациентов в начале, 16-17 год, максимальный, соответственно, набор был позже, уже 19-20 год, и, соответственно, 17-18 это сыграло в пользу положительного результата в данном исследовании. Конечно, интересуют различные побочные эффекты, и, соответственно, мы можем сравнить группу плацебо и группу вакцинированных пациентов. По системным реакциям вы видите никаких абсолютно расхождений по лихорадке, головной боли, мышечной боли, нарушение сна, другим побочным реакциям, которые мы связываем с вакцинацией. Между вакцинированными и пациентами, получившими плацебо, никаких различий нет. Если посмотреть на реакцию вместе инъекции, то, конечно же, несколько
чаще встречалась, это боль в месте инъекции, покраснение, отек и уплотнение. Но опять посмотрите, это не какие-то там катастрофические цифры. В принципе, большинство из нас когда-либо хотя бы раз имели контакт с вакциной от гриппа, и каждый имеет свой опыт взаимодействия с данной вакциной. Действительно, каких-то серьезных побочных эффектов даже в месте введения вакцины не наблюдается. В отношении других каких-то отклонений со стороны сердечно-сосудистой или другой системы, видите, что никаких достоверных различий между группами пациентов не было обнаружено. Итак, оказалось, что вакцинированные пациенты с инфарктом миокарда, в первую очередь 99,5% это именно пациенты с инфарктом миокарда, которые вакцинировались, повторюсь, в течение первых трех, по сути дела, суток от момента события, приводило к снижению первичной конечной точки, но основные это все-таки общая смертность и сердечно-сосудистая смертность. И поэтому авторы сделали закономерный выбор, вывод, что вакцинация от гриппа может быть рассмотрена как часть оказания помощи на госпитальном этапе пациентам с инфарктом миокарда. Барбара Касадей, которая была, скажем, оппонентом, в хорошем смысле этого слова, данного исследования, представила небольшой метаанализ. Вы видите, что да, действительно снижение смертности есть, но вопрос, есть ли снижение за счет предотвращения сердечно-сосудистой смертности. Сердечно-сосудистая смертность, да, она была снижена у пациентов, но если мы посмотрим, связано ли это было с острыми сердечно-сосудистыми событиями, то к снижению частоты развития инфаркта миокарда в последующем вакцинация не приводила. Так что мы на сегодняшний момент времени имеем очень интересное исследование, которое говорит, по крайней мере, о том, что это безопасно для пациентов в острой стадии инфаркта миокарда. Это снижает сердечно-сосудистую смертность, это снижает общую смертность, ну, по сути дела, на 41% и там, и там. И я рекомендую всем ознакомиться с только что вышедшей в журнале Circulation публикацией, посвященной исследованию АЯМИ. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Европейский кардиологический конгресс 2021 года близится к своему завершению. Это было 4 интересных, очень насыщенных дня, в течение которых мы познакомились с новыми рекомендациями, очень важными и интересными исследованиями, представляли собственные результаты. Я надеюсь, что весь конгресс, который будет доступен онлайн до 13 сентября, будет еще неоднократно просмотрен, к чему я вас призываю. Меня зовут Симон Ацкеплешвили, я кардиолог медицинского центра Московского государственного университета имени Ломоносова. И в рамках этого конгресса все 4 дня я вместе с моими замечательными коллегами представляли вам новости с конгресса в рамках программы Daily Highlights, которая была представлена Российским кардиологическим обществом. Сегодня я буду представлять вам совместную сессию Европейского кардиологического общества и журнала Circulation, без сомнения, ведущего журнала в области профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У меня нет конфликта в отношении данной презентации. На слайде вы видите программу этой сессии председателя Джозеф Хилл, главный редактор журнала Circulation из Далласа, штат Техас, США, и Франс Ван дер Верф из Лювенского университета в Бельгии. И вот мы видим в качестве презентации действительно весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний, которые освещаются в этом замечательном журнале. Вот так выглядела картинка. Профессор Хилл, профессор Ван дер Верф, они руководили и модерировали всю эту замечательную дискуссию, которую я вам очень советую посмотреть, поскольку за пределами слайдов было тоже очень много интересных моментов для понимания того, что сегодня происходит в мире. Итак, полный спектр самых интересных статей в журнале Circulation за прошлый год, представленных профессором Джозефом Хиллом. Вначале было сказано, что, конечно, сердечно-сосудистые заболевания представляют собой глобальную пандемию, хотя пандемия, собственно, уже подразумевает глобальность процесса. Это слово, которое мы в прошедшем
и в этом году очень часто употребляем, но действительно именно сердечно-сосудистые заболевания являются истинной пандемией, которая поразила весь земной шар. И несмотря на все наши достижения в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, мы видим, что они продолжают оставаться ведущей причиной смертности на нашей планете, обгоняя многие другие, в том числе и онкологические заболевания, и респираторные заболевания, и так далее. Но те последние достижения в области диагностики и лечения кардиологической патологии, о которых мы с вами прекрасно знаем, и новые достижения, которые были представлены в рамках данного конгресса, привели к тому, что примерно с середины 70-х годов в развитых странах, европейские страны, североамериканские страны, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний начала снижаться. Это было в основном снижение смертности за счет острых сердечно-сосудистых катастроф. Это острая сердечная недостаточность, это острый коронарный синдром, тогда это называли острым инфарктом миокарда, цереброваскулярные катастрофы, это острое нарушение мозгового кровообращения. И спектр заболеваемости в этих странах менялся с острых на хронические заболевания, хроническая сердечная недостаточность. Таким образом, количество пациентов, которые сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями в мире, особенно в этих странах, очень велико. Но в других странах, к сожалению, продолжает очень актуальной и очень высокой оставаться смертность от острых сердечно-сосудистых катастроф. И вот мы видим это замечательное исследование, представленное в 2020 году, где показаны уровни смертности в разных странах. К сожалению, наша с вами страна не в очень красивом свете здесь выглядит. Тем не менее, мы видим прогрессивное, значительное и устойчивое снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и благодаря нашим с вами усилиям и усилиям российского кардиологического общества. Но тем не менее, общее количество смертей, мы видим, растет в некоторых странах именно за счет острых сердечно-сосудистых катастроф. Это острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения. И вот опять же, в нашей стране мы видим, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет больше половины от всех случаев смертности. И это, конечно, выглядит не очень хорошо, но, с другой стороны, это очень большой, важный шанс нам с вами, кардиологам, врачам общей практики, сплотиться и применять все новые достижения, о которых было сказано, в том числе в журнале Circulation, для того, чтобы этот тренд изменить. Поскольку сердечно-сосудистые заболевания – это глобальная проблема, то и как бы офисы журнала Circulation расположены в разных странах, и помощники главного редактора тоже расположены практически на всем земном шаре. И в данной сессии участвовали заместители главного редактора, которые работают в европейских странах. Итак, начнем по темам. Визуализация, сердечно-сосудистая визуализация. Профессор Дельгадо выбрала вот эту очень интересную статью, в которой оценивался эффект денозумаба и алендроната, алендроевой кислоты, на прогрессирование аортального стеноза, кальцинированного аортального стеноза. Напомню, что денозумаб – это человеческие моноклональные антитела, алендроевая кислота – это такой химический агент. Оба этих препарата влияют на остеокластическую и остеобластическую системы, и они могут регулировать обмен костной ткани, и в том числе и они могут влиять на степень и выраженность кальциноза в ткани клапанов сердца. Очень интересное исследование. Действительно, как сегодня мы говорим, мультимодальное, когда используются разные методы сердечно-сосудистой визуализации. Это эхокардиография, это магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, которая оценивала выраженность кальциноза створок аортального клапана, и позитронно-эмиссионная томография с 18 фторидом натрия, которая отражает активность как раз остеобластов и остеокластов. Три группы пациентов, по 50 примерно человек в каждой группе. Ну, с точки зрения исследования не было показано какого-то значительного влияния денозумаба или андроната на прогрессирование уже выраженного к моменту набора пациентов стеноза аортального клапана и выраженности кальциноза. Однако это очень важное исследование, которое показывает, насколько существенна роль диагностических методов именно вот в клинической практике. И в обсуждении после данной презентации профессор Хилл задал вопрос, а насколько важны вот эти методы диагностики в современной клинической практике. На что профессор Дельгадо, конечно же, ответил, что Circulation пытается отобрать именно те статьи, в которых показана клиническая значимость мультимодальной визуализации в оценке прогноза, стратификации риска и определении оптимальной тактики лечения
заболеваний, а не просто те статьи, в которых показаны прекрасные, замечательные картинки, к которым все уже привыкли, и которые часто маскируют научную большую часть, которая находится за пределами данного исследования. А почему еще это исследование было выбрано и было представлено вам? Потому что сегодня мы уделяем очень большое значение лечению, фармакологическому лечению клапанной патологии. Как мы с вами знаем, и я вам представлял, в этом году вышли новые обновленные европейские рекомендации по лечению клапанных пороков сердца. И, конечно, очень большой упор данной патологии делается на хирургическое, на транскатетерное, интервенционное лечение клапанной патологии. Однако мы все больше и больше внимания уделяем лечению, которое направлено на сохранение функций, скажем, левого желудочка, левого предсердия, вообще всех камер сердца, миокарда, поскольку даже у пациентов с некритическими клапанными пороками сердца происходят выраженные структурные изменения в миокарде, которые во многом определяют негативный прогноз лечения и исхода этих пациентов. То же касается и кальциноза оптального клапана. И вот на этом слайде представлена статья, в которой суммировались все способы воздействия на процесс кальциноза ортального клапана, в частности, на возможности замедления кальциноза ортального клапана. И, конечно, это та область медицины, в которой роль мультимодальной визуализации абсолютно принципиальна. Следующий выступающий профессор Омланд из Норвегии представил исследование в области биомаркеров, и он отобрал статью, которая посвящена динамике высокочувствительного сердечного тропонина Т и Ай и капептина после коротких окклюзий коронарной артерии у людей. Какая основа этого исследования? Мы с вами прекрасно знаем, что увеличение сердечных тропонинов часто ассоциируется с некрозом кардиомиоцитов вне зависимости от механизма этого некроза. Это может быть травматическое повреждение, токсическое повреждение, безусловно, главное – это ишемическое повреждение и так далее. Мы знаем, что высокочувствительные тесты на тропонин позволяют очень рано выявить выделение тропонинов после ишемических событий, и таким образом мы их используем в ранней диагностике острого коронарного синдрома и стратификации риска этих пациентов. Есть еще очень интересный новый биомаркер – капептин, который также в комбинации особенно с высокочувствительными тропонинами может иметь очень важное значение выявлении или, наоборот, исключении острого коронарного синдрома. Напомню вам, что капептин – это одна из трех белковых частей препровазопрессина. Это такой очень большой белок, который синтезируется в гипоталамусе, и потом он нарезается пептидазами на три белка, один из которых – вазопрессин, антидиуретический гормон. Один из них – это нейраминаза 2, ну и капептин. И поэтому, поскольку определение вазопрессина в крови довольно сложно, мы можем определять капептин, гораздо более простой тест, который эквимолярен вазопрессину, то есть количество капептина абсолютно равно количеству вазопрессина, поскольку это один и тот же белок, который нарезается после синтеза в гипоталамусе. Это белок стресса. И любой стресс, экзогенный или эндогенный, приводит к очень быстрому и значительному повышению капептина, ну и, соответственно, вазопрессина, в том числе у пациентов с острым коронарным синдромом. И это позволяет использовать этот биомаркер для исключения или, наоборот, подтверждения диагноза инфаркта миокарда. Какая была методология исследования? Это были человеческие модели, то есть это были живые люди. Ишемия миокарда, когда у пациентов с нормальными коронарными артериями происходило раздувание ангиопластического баллона в передней нисходящей артерии во время плановой коронарографии. 34 пациента, как я сказал, с нормальными коронарными артериями, и там была группа контроля, и также три группы, в которых окклюзия баллона продолжалась 30, 60 или 90 секунд. То есть это время, на которое прекращался коронарный кровоток, но это время недостаточное для того, чтобы произошел некроз кардиомиоцитов или даже выраженная ишемия кардиомиоцитов. Затем происходил забор крови, естественно, перед окклюзиями через 6 часов, и определялись тропонины, высокочувствительные тропонины Т, тропонин Ай, причем, что очень важно, разными тест-системами разных компаний, мы видим Roche, Abbott и Siemens, ну и также определялся копептин, это был отдельный диагностический тест. Вот что получилось. Все анализы на тропонин показали его увеличение в периферической крови даже после 30-секундной, очень короткой ишемии, которая не могла привести к повреждению кардиомиоцитов, то, о чем мы часто говорим, соответственно, ишемическому некрозу и выходу тропонина в кровь. Притом было очень интересно, что
степень увеличения тропонинов Т и Ай зависела от того, каким тестом выполнялось исследование. То есть были значительные колебания в зависимости от использованной этой системы. И оказалось, что тропонин Ай повышался гораздо быстрее по сравнению с исходными уровнями, по сравнению с тропонином Т. При этом, что очень важно, уровень капептина не изменился во время этих коротких периодов окклюзии, что говорит о том, что у пациентов не было некроза кардиоцита, у них не развивался острый коронарный синдром. Очень интересно, как профессор Омланд описал, почему редакция Circulation приняла к публикации данную статью. Во-первых, это очень новый подход и дает нам новое патофизиологическое объяснение или понимание того, что происходит в кардиомиоцитах. И мы видим, что концентрация сердечных тропонинов, которая увеличивается буквально через 30 секунд окклюзии, говорит о том, что тропонины могут выходить из кардиомиоцитов даже без некроза кардиомиоцитов, без их разрушения. Во-вторых, мы начинаем понимать, что тропонин Ай является более чувствительным биомаркером при коротких окклюзиях, при коротких эпизодах ишемии, можно так сказать, по сравнению с тропонином Т. И также очень важно, мы должны учитывать, какую тест-систему использует наша лаборатория для того, чтобы оценивать результаты исследований у клиники, у пациентов с подозрением на острый коронарный синдром. Какие клинические исходы, какие клиническое применение данных результатов? Во-первых, опять же, мы должны понимать, что в зависимости от тест-системы, которую мы используем, мы можем получать разные анализы и, соответственно, разные уровни повышения тропонинов. И также это дает очень серьезное понимание того, насколько высокочувствительные тропонины могут улучшить диагностику нестабильной стенокардии. Это тоже очень важно в нашем понимании ишемических синдромов и в том числе у пациентов с хроническими коронарными синдромами. Следующий блок был посвящен, мне кажется, очень интересной теме. Это фундаментальные трансляционные аспекты кардиологии, отраженные в Journal of Circulation. И здесь была представлена, с моей точки зрения, совершенно замечательная статья, в которой оценивались поздние натриевые каналы как молекулярная цель для препаратов, о которых мы сегодня очень часто говорим. Это ингибитор натриоглюкозных котранспортеров второго типа. В данном исследовании изучался эмпоглифлозид. Почему это важно? Поскольку вот мы сегодня в кардиологии говорим уже и об использовании эмпоглифлозина для улучшения прогноза у пациентов с ХСН с охранной фракцией выброса. Мы с вами прекрасно знаем, что дапоглифлозин, эмпоглифлозин улучшают прогноз, значительно улучшают прогноз у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса, со сниженной фракцией выброса. Но механизмы этого взаимодействия до сих пор во многом остаются загадкой. И дальше мы тоже будем говорить о некоторых серьезных загадках удивительных кардиологии. Но вот какие предлагаемые механизмы ингибиторов SGLT2 у пациентов с сердечной недостаточностью? Во-первых, то, что это хорошие диуретики. Мы знаем, что они уменьшают объем интерстициальной жидкости по сравнению с внутрисосудистой жидкостью при использовании, например, петлевых диуретиков. Мы знаем, что эти препараты могут увеличивать синтез и концентрацию эритропоэтина, и это тоже одно из объяснений их положительного эффекта. Они увеличивают продукцию кетоновых тел, то есть они как бы увеличивают производство супертоплива для миокарда, они изменяют метаболизм миокарда, улучшают энергетику, энергетический обмен, и это тоже сегодня служит одним из объяснений положительного эффекта ингибиторов SGLT2. Ну и также сегодня говорят очень много о том, что ингибируя натриоглюкозный котранспортер, они ингибируют натриеводородный обменник третьего типа, который расположен в почках и в миокарде, таким образом тоже могут влиять на окислительно-восстановительную реакцию в миокарде. Но данная статья посвящена гипотезе взаимодействия с поздними натриевыми каналами, с натриевыми каналами, в частности, с поздним натриевым током. И оказалось, что в покое это исследование на мышах, ингибиторы SGLT2 не влияют на вот эти поздние натриевые токи. Мы видим на этой кривой прекрасно, это мыши, у них в покое при нормальных условиях жизнедеятельности, при введении физраствора и при введении 10 наномолей эмпоглифлозина, натриевые токи одинаковые, в том числе и вот это ранний натриевый ток, это поздний натриевый ток, он особенно не меняется. Однако, когда у этих мышей вызывали перегрузку левого желудочка давлением, у них просто перевязывалась, хирургически перевязывалась аорта, или она значительно сужалась, что резко увеличивало давление левого желудочка. Прошу прощения. Мы видим, что у них происходило значительное изменение натриевого тока с увеличением позднего натриевого тока и добавление
эмпоглифлазина приводила к улучшению этих характеристик. Мы видим восстановлению натриевого тока, в том числе позднего натриевого тока, так это перевязка аорты. И вот мы видим, что у этих мышей добавление эмпоглифлазина практически восстанавливало до нормальных натриевые каналы и ионные каналы и восстанавливало этот поздний натриевый ток. А почему при этом не происходило изменений в области раннего натриевого тока? Это было очень важно. Почему? Сегодня мы часто говорим о натриевых каналах, как о патологии натриевых каналов, как о причине, доказанной причине многих наследственных аритмий, в частности, длинного синдрома удлинения QT третьего типа. Если мы посмотрим на картинки, которые были на предыдущих слайдах, они очень похожи на те, которые мы наблюдаем у животных и у пациентов с наследственной патологией, генетической патологией R1623Q, которые страдают синдромом удлинения QT третьего типа. Это обычные животные, это животные с этой мутацией. И вот оказалось, что даже у животных с этой мутацией добавление эмпоглифлазина приводило к значительной нормализации позднего натриевого тока. То есть фактически это один из способов нейтрализации вот этой патологической мутации, которая у них происходит. И что очень интересно, это относится не только к эмпоглифлазину. Здесь представлены три ингибитора SGLT2. Видим, что это, наверное, класс-эффект. Все эти препараты могут влиять на поздний натриевый ток, ингибируя его, и таким образом формально они могут одинаково улучшать этот показатель. Почему это еще важно, особенно если мы говорим про аритмии? Мы видим, это, значит, мурены, миокард мурен, и мы видим приведение вератридина. Вератридин – это алкалоид, стероидный алкалоид некоторых растений, который влияет на натриевые каналы и открывает их, и не дает им закрываться. То есть он держит их постоянно открытыми. Это приводит к очень выраженным нарушениям. Происходит перегрузка кардиомиоцитов кальция. Мы видим выраженную экстрасистолию, которая затем может переходить в желудочковую кардиофибрилляцию желудочков при введении вератридина. И вот при добавлении вератридина эмпоглифлазина мы видим практически полную нормализацию сердечных сокращений. Таким образом, эмпоглифлазин может блокировать негативные эффекты, которые вызываются вератридином. Это как бы немножко похоже на ту ситуацию, которая происходит при синдроме удлинения QT. И эта ситуация похожа на обратимость вот этого эффекта вератридина с помощью тетродотоксина, ранолазина, который мы используем у наших пациентов для лечения ишемической болезни сердца, и лидокаина, который мы используем для лечения желудочковых аритмий. То есть мы видим, что эмпоглифлазин по своему антиаритмическому эффекту может сравниться с препаратами, которые блокируют поздние натриевые соки, токи, и может в том числе иметь и выраженный антиишемический эффект. И еще очень интересный слайд из этого же исследования. Оказалось, что ингибиторы SGLT2, в частности эмпоглифлазин, блокируют активность инфламасом, в частности NLRP3, и мы видим на моделях мышей, это обычное существование, это Western blot. Мы видим ишемия, реперфузия, происходит выраженная активация инфламасом, которая говорит о том, что идет реперфузионное повреждение миокарда. И вот добавление эмпоглифлазина практически полностью убирает активацию инфламасом. То же самое происходит при добавлении тетрадотоксина, который блокирует натриевые каналы. Таким образом, сегодня мы можем абсолютно точно говорить, что ингибиторы SGLT2, в частности эмпоглифлазин, блокирует поздний натриевый ток и таким образом может улучшать состояние миокарда при ишемии или перфузии, что отразилось на фракции выброса, которая значительно увеличилась по сравнению с контрольной группой, что тоже очень важно при выборе препарата, который мы лечим наших пациентов. Почему это все важно, почему это все было принято в публикации? Потому что поздние натриевые токи, вот эти каналы, их активность увеличивается при сердечной недостаточности, при гипертрофии миокарда, при гипертрофической кардиомиопатии. Это первичное поражение при синдроме длинного QT третьего типа. Это влияет на нарушение расслабления левого желудочка. Это приводит к гиперактивности, к перегрузке кальцием через определенные пути, и, безусловно, кальций – это увеличение потребностей миокарда в кислороде,
и, конечно, это же выражено в том числе жизнеугрожающей аритмии, и это нарушает удаление кальция из митохондрии, что приводит к их повреждению. А почему это еще важно? Потому что концентрации препаратов, которые используются в данном исследовании, они очень похожи на терапевтические концентрации, которые достигаются у наших пациентов, получающих перорально ингибиторы SGLT2. И, собственно, это тоже было одним из критериев отбора данной статьи, потому что, как сказал профессор Эшенгаген, очень часто в редакцию журнала Circulation поступают статьи более механистические, которые выполнены на отдельных клетках или даже на клеточных структурах, но все-таки редакция журнала пытается отобрать статьи, которые имеют клиническое значение, хотя они посвящены фундаментальным трансляционным исследованиям. Вот эта статья является прекрасным примером такого исследования. Электрофизиология, представленная Самойлом Вискином из Тель-Авива. Очень интересная статья из группы Петера Шварца, университет Павии в Италии. Они проанализировали очень большое количество, 310 профессиональных спортсменов, у которых во время электрокардиографии был определен синдром длинного интервала КТ, и, соответственно, им было запрещено заниматься профессиональным спортом. Они были вынуждены покинуть профессиональные команды. И вот оказалось, после того, как они завершали свою спортивную карьеру, у них электрокардиограмма возвращалась к нормальной. Это очень интересное наблюдение, которое говорит о том, что очень часто происходит гипердиагностика длинного интервала КТ, особенно у профессиональных спортсменов. Вот нарушение реполяризации, пока они еще занимались спортом. Вот эти же, один из этих спортсменов, его ЭКГ после того, как он детренировался, это говорит о том, что надо очень четко и осторожно измерять интервал КТ, и оказалось, не все это умеют делать. Еще очень интересная статья, в которой были описаны электрокардиографические паттерны, характеристика детей с наследственным удлинением интервала КТ и очень подробное описание того, как мы должны измерять КТ. И на основании этой статьи можно создать алгоритм, в частности, здесь и представлен алгоритм, как выявлять пациентов с удлинением интервала КТ, как правильно рассчитывать интервал КТ для того, чтобы избежать вот этих ложноположительных результатов. Еще очень интересное исследование, которое было проведено у пациентов с так называемым генетически отрицательным длинным КТ-синдромом. Эти пациенты не имели фиксированных генетических мутаций, которые мы ассоциируем с удлинением интервала КТ, но тем не менее этим пациентам были выполнены полугеномные ассоциативные исследования, которые показали, что все-таки у них есть фиксированные нарушения в других генах, которые сами по себе по отдельности не могут вызывать удлинение интервала КТ, но в комбинации они вызывают этот синдром, в том числе и жизнеугрожающие аритмии. Это еще раз говорит о том, что это очень интересно и во многом не до конца исследованная область генетики, область аритмологии, электрофизиологии. И я думаю, что в ближайшее будущее мы будем ожидать серьезных прорывов в этой области. И в качестве прорывов профессор Вискин представил эту интереснейшую статью о генотерапии удлиненного синдрома КТ первого типа, когда есть дефект в гене CNQ1, и в частности здесь использовалась технология РНК-интерференции, так называемые малые РНК, похожие на шпильку для волос, они прямо так и называются, которые, с одной стороны, ингибировали нарушенный ген, а с другой стороны, с их помощью вводился нормальный ген, который производил затем нормальный белок. И вот такая РНК-терапия, комбинированная, которая выключала плохой ген и вводила хороший ген, приводила к полной нормализации, значит, функционирования гена KCNQ1. И таким образом это первое исследование, доклиническое исследование, которое показывает, что мы можем эффективно лечить синдром удлиненного КТ первого типа вне зависимости от генетических нарушений, то есть разных нарушений в гене KCNQ1. И это очень серьезный прорыв, это фактически первая генотерапия в кардиологии, которая позволит излечить такой очень серьезный диагноз, как синдром удлиненного интервала КТ первого типа. Острые коронарные синдромы. Здесь была профессором Джейсом представлена статья по колхицину. Очень интересный обзор профессора Риткера, который показал, и, собственно, мы сегодня прекрасно знаем, что атеросклероз и острые коронарные синдромы фактически это синоним воспаления.
воспаление сосудистой стенки, воспаление бляшки, дестабилизация бляшки, атеротромбоз и так далее. Вы это все прекрасно знаете. И вот оказывается, что влияя на разные этапы воспаления, мы можем снижать, собственно, активность этого процесса сосудистой стенки и улучшать сердечно-сосудистые исходы. Это ингибирование фломосом NLRP3, который запускает процесс через каспазу 1 и приводит к выделению интерлейкина 18, интерлейкина 1-бета, интерлейкина 6. И сегодня мы с вами прекрасно знаем, что ингибирование каждой из этих интерлейкинов улучшает прогнозы наших пациентов, в частности, исследование КАНТОС с интерлейкином 1, моноклональными антителами к интерлейкину 1-бета, канакиномабу. И сегодня очень большое внимание уделяется колхицину, который еще на этапе инфломосом, блокируя полимеризацию микротрубочек, может препятствовать активации инфломосом и активации всего этого каскада, в который вовлечены нейтрофилы, интерлейкины, который заканчивается увеличением цирреактивного белка, в том числе высокочувствительного цирреактивного белка, и дестабилизацией атеросклеротических бляшек. Очень интересное наблюдение. И в частности, в этой статье показано на по данным протеомного подисследования исследования ЛДОКа-2, что колхицин не только блокирует инфломосомы, но у пациентов с хроническими коронарными синдромами он блокирует 37 различных белков плазмы крови, которые участвуют в развитии и поддержании воспаления сосудистой стенки. Очень интересное исследование, и я думаю, что дальше исследование данного типа, то есть по связи воспаления, снижение активности воспаления, улучшение прогноза будет продолжаться. И, собственно, у нас есть результаты двух очень масштабных исследований. 5000 пациентов, это Калкот и ЛДОКа-2, опубликованных в New England Journal of Medicine, в которых было показано, что колхицин значительно улучшает прогноз у пациентов в отношении первичной конечной точки. Хотя не происходило снижение общей смертности, но, тем не менее, вот, первичные конечные точки были достигнуты. И это, опять же, говорит о том, что это очень важная и не до конца исследованная область кардиологии, в которой мы тоже ожидаем серьезных достижений. Искусственный интеллект, и, безусловно, это было упомянуто и профессором Дельгадо, очень активно и часто используется сегодня в медицине, в кардиологии вообще, особенно в области сердечно-сосудистой визуализации. Здесь профессором Милсом из Шотландии было представлено два замечательных исследования. Первое – это использование глубоких нейросетей для того, чтобы предсказывать возникновение фибрилляции предсердий и риск инсульта, вызванного фибрилляцией предсердий у здоровых пациентов с синусовым ритмом. Это огромное количество 12-канальных электрокардиограмм, которые были проанализированы с помощью вот таких систем машинного обучения, глубоких нейронных сетей. И оказалось, что алгоритм, который был разработан машинами в данном исследовании, позволяет с очень высокой вероятностью предсказать, у кого из здоровых пациентов с синусовым ритмом, еще раз, здоровые пациенты с синусовым ритмом, у кого из них может развиться фибрилляция предсердий в течение ближайших 30 лет. То есть этот алгоритм дает 30-летний прогноз, во-первых, на вероятность развития фибрилляции предсердий, и, во-вторых, на вероятность инсульта, вызванного фибрилляцией предсердий. При том, что до сих пор ни авторы исследования, ни IT-специалисты, которые в этом участвовали, не разгадали, собственно, механизм, посредством которых, это тоже загадка, посредством которого вот эти глубокие нейронные сети позволяют идентифицировать таких пациентов и как бы их дихотомизировать на две группы, у которых произойдет либо не произойдет пароксизм, то есть разовьется или не разовьется фибрилляция предсердий. Это будущее. Теперь они пытаются достать из этого черного ящика, скажем так, эту информацию, но это показывает то, что может система, основанная на искусственном интеллекте, дать нам кардиологам. И второе тоже очень интересное исследование из Гарварда, которое показало, что сегодня системы, использующие искусственный интеллект, могут анализировать картинки, скажем, магнитно-резонансной томографии, без контраста предоставляет ту же самую информацию, которую предоставляет, скажем, позднее накопление гадолиния у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. Вот мы видим замечательную картинку. Верхняя картинка – это МРТ пациента с гипертрофической кардиомиопатией с введением гадолиния. Мы видим позднее накопление в области передней и задней части межжелудочковой перегородки, которая говорит о том, что там происходит фиброз. Это очень характерно для пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.
это фиброз, который часто приводит к жизнеугрожающим аритмиям, но вопрос не в этом, а в том, что нижняя картинка, и вы можете очень внимательно посмотреть, увидеть, что они очень похожи друг на друга, практически идентичны, она получена на основе анализа бесконтрастной картинки, бесконтрастного изображения МРТ с помощью системы искусственного интеллекта. И вот мы видим, что это изображение тоже содержит области фиброза, но опять же этот пациент не получал введения гадолиния. Когда эти изображения анализировались независимыми экспертами, они сказали, что изображения, полученные с помощью искусственного интеллекта, они не знали, которые из них были которыми, это было двойное слепое исследование, гораздо более четкие, гораздо более точно отражают степень фиброза по сравнению даже с изображениями классическими, полученными при введении контрастного препарата гадолиния. И это опять же говорит о том, что скоро вот такие технологии позволят бесконтрастно обследовать наших пациентов, возможно, не только при магниторезонансной томографии, возможно, и при компьютерной томографии, при том, что, как пишут авторы, вот этот математический расчет происходит буквально меньше, чем за 5 секунд и без введения даже 1 миллилитра контрастного препарата. Мне кажется, это замечательное достижение, которое было опубликовано в журнале Circulation. Ну и в завершении профессор Ван де Верф подвел результаты, 5-летние результаты участия европейских авторов в публикации в Circulation. Он показал, что в целом из всех подданных статей примерно 34% статей из европейских стран, из принятых статей это примерно 33%. То есть вклад европейских авторов в публикации в журнале Circulation, повторюсь, что с моей точки зрения это ведущий журнал в области сердечно-сосудистых заболеваний в мире, он очень великий, и мне очень отрадно сказать, что вот буквально 6 дней назад в Circulation была опубликована статья наша, российских авторов, которая посвящена очень важной проблеме, и, возможно, в следующем году она будет отобрана в виде одной из лучших статей журнала Circulation. Уважаемые коллеги, как я сказал, конгресс сегодня заканчивается. Для меня было очень большой честью вместе с моими замечательными коллегами в рамках программы Daily Highlights от имени Российского кардиологического общества представлять вам самые интересные достижения, которые были обнародован в рамках Конгресса. В следующем году Конгресс пройдет в Барселоне, и это, я думаю, будет точно. Это будет офлайн-конгресс. Мы соскучились друг по другу. Мы увидимся в Барселоне. А до этого я желаю вам провести здоровый, замечательный во всех отношениях удачный год. Всего вам самого доброго. Добрый вечер, дорогие коллеги. Меня зовут Дмитрий Дупляков. Я кардиолог из Самары, представляю Самарский государственный медицинский университет и Самарский областной клинический кардиологический диспансер. И это честь для меня представить в совместном проекте Российского кардиологического общества и Европейского кардиологического общества одно из интересных мероприятий хотлайна, вчерашнего хотлайна Европейского общества кардиологов, Европейского конгресса кардиологов, исследование STOP-DAP2 Acute Coronary Syndrome, исследование, которое выполнялся в Японии. Япония совершенно другая страна. Азиатские пациенты значительно отличаются от европейских пациентов. Тем более интересно посмотреть на те результаты, которые были показаны японскими коллегами. И исследование было посвящено двойной антитромбоцитарной терапии, ее длительности. Очень интересные и результаты были получены. Итак, мы хорошо с вами знаем, что длительность двойной антитромбоцитарной терапии на сегодняшний момент времени определяется в среднем для подавляющего большинства пациентов 12 месяцами. Это класс 1 рекомендаций всех обществ. Но в последние годы большое количество исследований выполнялось, которые были специально спланированы, чтобы изучить более короткие периоды двойной антитромбоцитарной терапии для того, чтобы снизить, конечно же, в первую очередь геморрагические риски. Ну и в данном исследовании исследователи поставили задачу посмотреть, как будет работать двойная антитромбоцитарная терапия в течение одного первого месяца после первичного стентирования и, соответственно, с последующим приемом клопидогреля в качестве монотерапии в течение последующих 11 месяцев.
И, соответственно, пациенты, которые включались в данное исследование, это пациенты с острым коронарным синдромом, которым имплантировался кобальт-хромовый стенд с покрытием эверолимуса. Вот так выглядит дизайн исследования, то есть это перспективное, мультицентровое, открытое, рандомизированное исследование. Группа пациентов, которая получала в течение одного месяца двойную антитомбоцитарную терапию и затем, соответственно, переходила на терапию клопидогрелом 75 мг в день. Наблюдались они до одного года. На данном конгрессе были представлены результаты годичного наблюдения, хотя вы видите, что длительность в целом наблюдения за пациентом составляет 5 лет. Ну, пока авторы не говорят о том, когда будут результаты 5-летнего наблюдения, а с другой стороны, будут ли они вообще опубликованы, мы узнаем по окончанию данного презентации. И вторая группа – это 12-месячная двойная антитромбоцитарная терапия, когда ингибитор P2Y12 рецепторов плюс аспирин в течение месяца принимался, но на этапе первого месяца после стентирования пациенты получали либо клопидогрель, либо просугрель. Здесь мы видим, что доза клопидогрела стандартная для нас, а вот доза просугрела 3,75 мг в день. То есть это существенно меньше, чем рекомендуется в Российской Федерации, в европейских странах. И, соответственно, спустя месяц эти пациенты переходили на двойную тромбоцитарную терапию с сочетанием ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела. Также до года и с последующим 5-летним этапом наблюдения прием ацетилсалициловой кислоты. Было очень немного критериев исключения. Это пациенты, которые принимали оральные антикоагулянты, это пациенты, которые имели анамнез предшествующих внутримозговых геморрагий и пациенты с серьезными осложнениями на госпитальном этапе, повторные инфаркты, инсульты, крупные кровотечения. Вот так выглядел дизайн самого исследования. И первичной конечной точкой – это сочетание сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда, определенного доказанного тромбоза стента и любого инсульта, а также кровотечения. То есть, как сейчас принято, такая чистая клиническая польза во всех аспектах. Ну и вторичные конечные точки – это композитные точки смерти, инфаркт миокарда, тромбоз стента и любой инсульт. И вторая – это уже как раз кровотечение, то есть крупные и мелкие кровотечения путини. Была разработана вся гипотеза исследования, она здесь представлена на слайде, изучалась и критерии не хуже исходной терапии классической, по сравнению с новой терапией, и, соответственно, лучше новой терапии в сравнении с классической терапией с длительностью приема двойной тромбоцитарной терапии в течение 12 месяцев. Были рассчитаны необходимое количество пациентов и немножко скомбинированы с тем, чтобы из двух уже исследований, я покажу чуть позже, получить единую когорту пациентов. Всего было 96 центров. Все они в Японии, и, соответственно, вот так это выглядело. То есть на этапе скрининга было оценено больше 4000 пациентов с острым коронарным синдромом в течение марта 18 июня 2020 года. По различным причинам решения пациентов, решения врачей, четверть пациентов не были включены в дальнейший анализ, то есть вот стоп. DAPT-2, acute coronary syndrome – это 3000 пациентов. Из предыдущего исследования, эта же группа проводила исследование в 2015-2017 годах, исследование STOP-DAPT-2, то есть это не острый коронарный синдром, вернее, не только пациенты с острым коронарным синдромом. Из этого исследования авторы брали как раз группу пациентов, которые имели острый коронарный синдром, и мы, соответственно, получили, вернее, авторы получили, в целом 4169 пациентов, которые и были рассчитаны, то есть силой исследования было показано, что мощность исследования как раз будет адекватной, если будет включено 4 с небольшим тысячи пациентов. И дальше уже пациенты стратифицировались на двойной терапии в течение месяца.
либо 12 месяцев по той схеме, о которой мы говорили. Успешный фоллоуап, успешные наблюдения, больше 99% пациентов были доступны для анализа через один год. Если посмотреть основные базовые клинические характеристики, то увидите, что пациенты не различаются ни по возрасту, ни по полу, ни по структуре острого коронарного синдрома, который туда включался, то есть больше 50% пациентов – это пациенты со стеми, 3% имели КИЛИ-4, использование различных методов механической поддержки ЭКМО, МПЛа, баллонная контрпульсация была также одинаковая, количество пациентов с сахарным диабетом, с почечной дисфункцией, с аномнестические факторы и, соответственно, оценка тромботического либо риска кровотечения. Вы видите, что здесь группы были очень хорошо сбалансированы. То же самое касается процедурных характеристик и приема лекарственных препаратов. 85% пациентов имели радиальный доступ, соответственно, среднее количество стентированных сосудов 1,27 и 1,28. Диаметр стента, длина стентов, использование, вы видите, в большом количестве, то есть практически все пациенты – это внутри коронарный ультразвук либо ОСТ. Ну и терапия также была абсолютно адекватная. 100 миллиграмм в день ацетилсалициловой кислоты, вы видите, сколько получало пациентов, то есть практически там 90, больше 98%. Клопидогрель и прасугрель в сниженной дозе получали 52-48, 53-47% пациентов. Статины получали 96, но интересно, что высокоинтенсивные дозировки статинов 35-34% только процента пациентов. И ингибиторы протонной помпы получали больше 90% пациентов. Через месяц, вернее, через отмена, вернее, переход с двухкомпонентной на однокомпонентную терапию проходил в течение месяца, начиная с 30-го дня в течение месяца, и вы видите, что к 60-му дню действительно 96% пациентов перешли на монокомпонентную терапию клопидогрелом в группе активного лечения, и в то же время в группе, которая находилась на двойной антитромбоцитарной терапии, всего 8,8% до конца года пациентов, у них произошла отмена. То есть все пациенты, больше 92% пациентов, находились на двойной антитромбоцитарной терапии в течение, соответственно, первого года наблюдения. Первичная и конечная точка – сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда, тромбоз стента, инсульты, крупные либо некрупные кровотечения ипотемии, не удалось группе активной, группе изучаемой терапии, то есть в течение одного месяца с переходом на клопидогрел, увидеть, что критерий non-inferiority не был достигнут. Если мы посмотрим вторичные конечные точки, сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда, тромбоз стента и инсульт, то здесь еще более явные различия по недостижению конечной точки. И если говорить о кровотечениях, то двойная тромбоцитарная терапия в течение 12 месяцев, видите, что, конечно же, у этих пациентов было практически в два раза больше пациентов, которые имели кровотечение крупные либо некрупные по ТИМИ. Если посмотреть на клинические исходы в течение одного года, сравнить двойную антитромбоцитарную терапию в течение одного месяца с терапией 12 месяцев, то вы видите, что тенденция есть в плане увеличения общей смертности у пациентов, которые находились на терапии в течение одного месяца, но никаких различий нет по сердечно-сосудистой смерти. Чаще развивались у пациентов с коротким периодом двойной тромбоцитарной терапии инфаркты миокарда и, соответственно, реже кровотечение у БАРК-3-5. По всем остальным позициям, даже выделялась отдельная позиция крупных инфарктов миокарда, различий между группами абсолютно не было. Ну и если сравнить вот эти два исследования,
STOP-DAPT-2, которая включала и пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, и с острым коронарным синдромом, и исследование STOP-2 Acute Coronary Syndrome, то есть только пациентов с острым коронарным синдромом, вы видите, что тенденции по первичной конечной точке, по вторичной конечной точке в плане ишемических событий, они абсолютно разнонаправлены. По кровотечениям, конечно же, тенденции одинаковые, то есть в группе терапии в течение одного месяца кровотечение все-таки уже было меньше. Ну и, конечно же, мы не можем не сказать об ограничениях этого исследования. Данная стратегия в целом себя не оправдала, то есть non-inferiority было не доказано для данного подхода, но автор связывает это в первую очередь с тем, что количество событий, которое возникало, число этих событий было существенно меньше, чем ожидалось. То есть вполне возможно, что при оценке мощности исследования она была недооценена. Еще одно из ограничений – это открытый дизайн, конечно же, исследования, ну и различия между Японией и, соответственно, Соединенными Штатами и Европой, то есть особенности ишемических и геморрагических рисков между популяциями, они существенно различаются. Я делал акцент на то, что 97% пациентов они прошли, либо имели внутрикоронарный ультразвук, либо ОСТ. Ну и, соответственно, дозировки, которые используются для Прасугрела, для Тикагрелора, они в Европе, они не используются в Японии. То есть достаточно сложно переносить данные вот тех дозировок, которые используются в исследовании STOP-DAPT-2 Acute Coronary Syndrome, очень сложно переносить. И, соответственно, не оценивались генетические аспекты, связанные, которые мы хорошо знаем, которые касаются использования клопидогрела, они также не нашли никакого решения в данном исследовании, они просто не изучались. Ну и в целом можно сказать, что вот такой подход, попытка показать, что терапия, двойная антитромбоцитарная терапия в течение месяца может быть лучше, чем терапия классическая, которая заложена в рекомендациях в течение 12 месяцев, она не показала себя, что она, по крайней мере, не хуже. Ну и, соответственно, мы можем, единственный, наверное, важный основной вывод, который можно сделать по результатам этого исследования, все-таки двойная антитромбоцитарная терапия в течение 12 месяцев является базовой и остается базовой для пациентов с острым коронарным синдромом. Спасибо.